Горбенко Мстислав Мстиславович, директор альпинистского клуба Одессы. Вчера в районе 12 мне стало известно, что наш товарищ, мастер спорта международного класса Владимир Могила, попал в беду при восхождении на Эльбрус с такой с нестандартной стороны, со стороны Узункола, западный склон. Ну, там практически никто не ходит, большой перепад высоты. Там, сегодня, к сожалению, это подтвердилось. Полет вертолета не дал успеха, и спасатели местные смогли снять его, но было уже поздно. Поэтому Могила Владимир Федорович ушел в другой мир. Коротко. А скажите, он был один или были еще товарищи, участники? Ну, я подробностей не знаю. Они были вдвоем, потому что второй человек спустился вниз, там нет связи. Спустился вниз и сообщил об этом спасателям. Они уже нам сообщили. Сам момент вывоза тела на Украину, как есть какие-то... Ничего мы не знаем, каждый день, это, слава богу, раз в 10 лет происходит. Сейчас будем узнавать, как эта вся процедура будет. Потому что в цивилизованных странах есть страховые компании, которые этим занимаются. А как сейчас, я не знаю. Все, этим сейчас будем всю ночь заниматься. Узнавать, как это все сделать. Понятно, спасибо.